Это Враджа, группа Виабетон. Ребят, привет! Это вы будете выступать? Что ты делаешь? Она выключила нас! Вырубай ее! Вырубай! Ребят, ну... Слушай, ну ты совсем не вовремя. Не могла позже подойти чуть-чуть, а? Давай ты отойдешь, мы переснимем, а то сейчас не поймут. 21-го выступать, а ты тут исполняешь. Ты не снимаешь, надеюсь? Подожди, там, нет? Там за кофеин как бы ничего не говорили. Просто, да, там за алкоголь, то есть как бы... А все, давай. Это ж мука, это не наркотик. То мы просто тут пирожки делаем. Давай так для себя, на самом деле. Ты удалишь, это сразу удалишь, да, сейчас? Конечно, не выложу никуда. Хорошо. Ребят, все хорошо. Или подожди, или ты можешь нам просто помочь? Ты можешь что-то хочешь, нет? Будешь что-то? Я ж вас... Ты же удалишь? Конечно. Это ж вы будете выступать на рок против алкоголизма, правильно? Конечно, мы, да. Да. Ты ничего не видела? Добрый вечер, дорогие зрители. Группа Виабетон, это то есть мы. Здоров. Где? Дубовая роща. Когда? 21 августа. А время мы не знаем. Кто? Виабетон! Спасибо ребятам за трезвое интервью. Рок-н-ролл против алкоголизма. Приходи.